Прокуратура обжаловала оправдательный приговор областного суда по делу об изнасиловании и убийстве 10-летней девочки. На днях присяжные сочли недоказанную вину жителя Кингисеппа. Сразу после оглашения вердикта мужчина, которому сейчас 57, вышел на свободу. Напомню, обнаженное тело 10-летней девочки нашли в парке Романовка в Кингисеппе в июне 2008-го. Судмедэксперты решили, что ребенок был задушен. Подозрение сразу пало на местного жителя, мать которого в свое время работала судьей. Мужчина якобы засматривался на школьниц и обнажался перед соседями. Тогда он остался в качестве свидетеля. А обвинение ему предъявили только через 13 лет на основании альфакторной, или, проще говоря, запаховой экспертизы, которую проводят с помощью полицейских собак-детекторов. После этого мужчина рассказал, как привел в свой дом маленькую девочку. Стала кричать, и поняв, что я натворил, вот я стал ее душить. Сейчас ночи вынес ее в парк и оставил там, подальше от дома. После передачи дела в суд обвиняемый потребовал присяжных и заявил, оговорил себя под давлением. Шестерых из восьми заседателей версия следствия не убедила. Отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение потребовали также родители убитого ребенка. В апелляционном суде жалобы изучат уже после Нового года.